Добрый день. Меня зовут Дорохова Ольга Юрьевна. Я из Подмосковья, из города Мытищи. С Давидом мы познакомились 2,5 месяца назад. Я сначала вышла на Настю. Настя рассказывала о тех волшебных исцелениях, о той доброте, о том лучике света, который несет в себе Давид и Иосифа. Мы пообщались по WhatsApp. Давид увидел моего ребенка и профессионально сразу же определил нарушение в соматическом здоровье. Было рекомендовано пройти кардиолога, было рекомендовано пройти терапевта, то есть педиатра, сдать общий анализ крови для того, чтобы определить патологию. У ребенка, по мнению Давида, были темные круги под глазами. Мы прошли все обследования, действительно была выявлена проблема, прошли гастроэнтеролога, с кардиологом, слава богу, все в порядке, с кардиологией, и на данный момент мы проходим лечение. Давид подключил меня к системе дистанционного лечения, на что я спросила, сколько требуется материально, ну, скажем так, сколько требуется денег на проведение лечения, потому что я знаю, что все это платно, я сама работаю в медицинском учреждении, на что Давид мне сказал, что дистанционное лечение, оно бесплатно. Затем Давид дал мне рекомендации по поводу обучения ответственности у моего ребенка, чего я раньше абсолютно не замечала и не видела. Ребенку 11 лет, я считала, что он маленький, на многое не способен, многое не понимает, но здесь Давид раскрыл мне глаза, за что я тоже очень признательна и благодарна. Поэтому выражаю огромную благодарность за труд, за понимание, за профессионализм. И очень бы хотелось бы продолжать в дальнейшем сотрудничество. Кроме того, тот материал, который давал Давид, я этот материал использую в своей работе. То есть я стараюсь делиться со своими пациентами и коллегами. Это бесценное сокровище, которое, ну, в общем-то, стоит и материальных, и физических, и моральных затрат, за что низкий-низкий поклон.